Ніхто, крім нас. Навіть зміни в календарі пам'ятних дат не є приводом для того, щоб не відзначати народне свято 2 серпня – День повітряно-десантних військ. Українська морська партія Сергія Ківалова привітала ветеранів-десантників, що мешкають у Суворовському районі Одеси, концертом та традиційною для військових польовою кухнею. Лідер партії впевнений – забувати про цих мужніх людей та їх традиції недопустимо. В народі його ще називають «День голубих беретів». Это те люди, которые проявляли во время разных конфликтов, находясь там, первые, кто приходил на помощь, исполнять интернациональный долг, это десантники. Это всегда звучало гордо. К сожалению, отменили этот праздник, вернее, перенесли на 21 ноября. Но вы видите, все сегодня, кто воевал, кто служил в этих войсках, они все его отмечают. Під час святкового заходу було урочисто вручено партійні квитки новим членам політичної сили. Це люди, які готові допомагати у вирішенні нагальних проблем Суворовського району. А працювати є над чим. Обраний 5 років тому місцевий депутат практично не займається виборчим округом. Лідер Української морської партії впевнений – народний обранець має дихати одним повітрям, їздити одними шляхами і користуватися тими ж ліфтами, що й люди, які його обрали. Знаходясь тут на поселку Котовського, мы увидели сегодня, видим, вот пришли жители, и они все просят помощи, потому что, поселку Котовского нужно уделять внимание. Нужно здесь ремонтировать дороги, здесь необходимо коммунальщики, чтобы заработали. Многоэтажные дома, посмотрите, как оно выгажено все. Посмотрите, насколько скверы, которые запущены. Тут как будто нога человека не ступала. Здесь как будто коммунальщиков вообще нет. Жители возмущаются, избрали 5 лет назад депутата городского совета, и он ни разу не появился. Говорит, покажите, где он. Ківалову большое спасибо. Он уже раз приезжал сюда и еще раз вот приехал второй раз. Большое спасибо ему, что, может быть, он в чем-то нам поможет. Я уже здесь живу 47 лет. Я жительница этого уже, считайте, района. И хочу, чтобы нас процветало. У нас был когда-то парк тут хороший, садик. Было 18 скамеек, клумбы, розы росли, вот такие цветы. Я с внуками вот тут на колясках отдыхала. За адресою Заболотного, 4, відтепер буде знаходитися Суворовський районний штаб Української морської партії Сергія Ківалова. Символічно, що допомогу у роботі штаба всіляко будуть надавати ветерани Афганістану. Вже багато років воїни-інтернаціоналісти пліч-опліч йдуть поруч з партією. Ефективна взаємодія і допомога налагоджені на високому рівні. Одна єдинственна партія – це морська партія Сергія Ківалова, яка нам протягнула руку допомоги, протягнула руку дружбы, вот, предложил, давайте вместе, давайте защищать ваши интересы, социальные программы все. Вот, и сегодня вот мы открываем его офис и морской партии в Суворовском районе, и открыли приемную по бесплатному оказанию юридических услуг для ветеранов, не только для ветеранов, а для всех проживающих в поселке Котовского. Потому что на сегодняшний день, я вам скажу, что проживает ветеранов, именно афганцев, около 600 человек. Ще одна приємна звістка для мешканців Суворовського району. На Заболотного, 4, також відкривається філіал юридичної клініки, де громадяни мають можливість отримати безоплатну юридичну допомогу. Це суттєво зекономить час одеситів, які не мешкають у центрі міста, у вирішенні питань юридичного характеру. Мы обратили внимание на то, что у жителей есть масса вопросов юридического характера, и им просто необходима здесь юридическая консультация. А добраться в город, большие сложности. К сожалению, сегодня нужно жителю Суворовского района потратить 1-1.5 часа, чтобы добраться до центра города. Я не знаю, но я думаю, что эта проблема решаема, и городские власти просто не обращают внимания на то, как развязать эту проблему. Открывая офис здесь у нас, в Суворовском районе, я увидел ветеранов, я увидел тех, кто желает вступает в Украинскую морскую партию, те, кто сегодня реально способен помогать, те, у кого есть знания, умения, силы, мы будем всячески поддерживать, мы будем координировать эту работу. И так, наверное, нужно делать, нужно оказывать помощь. Сегодня бесплатная юридическая клиника, которая у нас организована и работает уже десятилетиями, она переносится часть
этой клиники. Мы около десятка человек планируем юристов, адвокатов перевести сюда в офис, чтобы они оказывали реальную правовую помощь жителям поселка. Вже зовсім скоро такі юридичні клініки відкриються у всіх районах Одеси і Одеської області. Позиція Української морської партії Сергія Ківалова в цьому питанні принципова. Права всіх громадян Одеської області без винятку повинні бути захищені.